Приветствую вас. Я, пожалуй, соглашусь с коллегой Пробасовой Марией и скажу, что не общаясь с вами, нельзя понять, что конкретно у вас. Но совершенно точно я знаю одно. Бизнес – это не та история, которой могут заниматься все люди. Бизнес – это та история, которой могут заниматься люди, у которых есть к этому предрасположенность, которые могут этим заниматься, у которых есть вот жилка, у которых есть способность, у которых есть склонность к этому, потому что это специфический вид деятельности. И все. И вполне вероятно, что у вас просто нет этой склонности. Вполне вероятно, что вы просто занимаетесь не своим делом. Вот. То есть вполне вероятно, что вы пытаетесь заниматься не тем, чем нужно. То есть, как бы это, может быть, и можно, да? Вот. Может быть, и можно. Но такая вот история. А вот, в принципе, так. А по поводу того, в чем проблема, то здесь исследовать нужно. Работать с вами. Смотреть, например, для чего вам для чего вам бизнес? Вот. Вот, в принципе, и все. То есть, если вы хотите разобраться в себе, то нужно исследовать этот момент. Вот, в принципе, такая вот история. Подумайте об этом. Может быть, у вас не одна, как бы, ситуация, которая удерживает вас от того, чтобы заниматься бизнесом. Знаний мало. Зачастую нужно еще чувствовать. Зачастую нужно еще понимать цели. Зачастую нужно иметь конструктивную ориентацию, конструктивный приоритет для того, чтобы заниматься бизнесом. И, наверное, здесь еще вопрос мотивации стоит. То есть, если мотивация есть, и она адекватна, скажем так, то это одно. Если мотивация есть, но она сверх, то есть вы сверхмотивированы, ну вам это будет скорее во вред. Вот примерно так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы,
дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.